460 тысяч саженцев из собственных теплиц. Специалисты Зеленстроя завершили посадку однолетних растений. Цветы всех оттенков украсили городские парки, скверы и газоны. Яркие соцветия цинерарии, бархатцев, петунии, газании, сальвии и бегонии украсили староскольские клумбы. Зеленстрой завершил высадку цветов. В этом году мы сделали акцент на петунии, потому что она красивая. Взяли все цвета радуги, разноцветная петуния. Ну и городу, и горожанам нравится петуния. Она в вазонах у нас ампельная петуния, на клумбах она у нас простая, не вьющаяся. Лето для зеленстроевцев – основной сезон работы. Уход за цветниками – дело хлопотное. Прополка, рыхление почвы, полив, посадка новых растений взамен вырванных и вытоптанных. Клумбы часто разоряют, срывают цветы. А бывает и выкапывают растения вместе с корнями, сетует начальник службы озеленения и благоустройства юго-западной части Оскола Ольга Косарева. Очень много, которые цветники просто с собой аккуратно выбирают рассаду. Это не просто сорванная рассада, она аккуратно изъята из земли. Контур, получается, цветников у нас нарушается, поэтому рисунка четкого нет. Ну и сама клумба полупустая получается, и мы подсаживаем. Очень обидно. Этот труд очень трудоемкий, потому что когда посадили рассаду, ее нужно поливать, пропалывать, подкармливать. И когда уже растения все принялись, пошли в рост, и уже цветники хорошие, и получается... Подсаживать нужно заново, выхаживать эти растения. Еще одна важная часть работы озеленителей – ежедневный покос травы и придание кустарникам формы. Женщины стригут садовыми ножницами, а мужчины – бензиновыми. Кропотливая и тяжелая работа, но специалисты Зеленстроя и с ней справляются ловко и аккуратно. Благодаря им улицы, парки и скверы Старого Оскола будут радовать жителей яркими и душистыми клумбами до глубокой осени. На клумбы обращаю внимание, потому что очень ярко, очень красиво, порядок всегда. У меня два ребенка, каждый день ходим гулять, приходим сюда. Клумбы очень красивые, радуют глаз постоянно. Очень приятно. Газончики пострижены, вижу иногда. Вон там чуть-чуть не постригли, но потом подстригут, видимо. Так, каждый год это я смотрю, вот клумбы красивые делают. Нравится нам это все. Ирина Бойко, Ольга Шалыгина, Евгений Левошко, Алексей Грачев, Денис Остапенко, 9 канал.